Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор соевого лецитина. Это натуральное вещество, которое присутствует в целом ряде продуктов питания. Из них поступает в наш организм. Яйца, семенах подсолнуха, соевых и крыльчичных семенов. Относятся к фосфолипидам, которые представляют собой очень важной составляющей клеточных мембран, целостность которых необходима для нормальной работы кожных клеток. В процессе старения мембрана ослабевает и утрачивает свою прочность и форму, от чего кожа теряет эластичность, прочность, упругость, а главное свои защитные барьерные функции. Массовое нарушение целостности клеточных мембран приводит к быстрому хронологическому старению, и кожа быстро утрачивает свой естественный цвет, структуру, более склонна к возникновению пигментации, провисанию, дряблости, воспалительным процессам. Свойство соевого лецитина таково. Лецитин в косметике – это зеленый эмульгатор холодного способа составления эмульсий, то есть загуститель, связывающий компоненты, придающий вязкость. Потому ничего сложного в обогащении косметики лецитином нет. Это препарант, то есть вещество, обеспечивающее восстановление. Это эмолиент, то есть компонент, который смягчает, расслабляет кожу. Это компонент, который обеспечивает коммуникацию клеток, то есть является переносчиком, способствует доставке других полезных веществ, клетки эпидермиса и дермы. Вот такой баночки мы отправляем соевый лецитин нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!